have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, Dishonored 2 на ваших экранах. В прошлый раз мы подвыяснили, что у нас тут есть хранилище, в котором, скорее всего, ну, по звукам, ходит робот. В это хранилище нам надо попасть. Ключ от хранилища находится у герцога. Собственно, герцога мы сейчас и пойдем навестим. Узнали, что вот у него там такая же доска с планом мозгового штурма, уж не знаю, как это назвать. Да, тут была картина, тут было всякое такое. Напоминаю, что эту локу мы проходим максимально жестоко. Блин, почему хлеб манну не восстанавливает? Это было бы круто. Эту локу мы проходим максимально кроваво, максимально убитейше, разбитейше. Потому что это люди во дворце герцога, я не считаю, что с ними стоит нянькаться. Даже больше скажу, вот эти вот обычные люди, которые типа мирные, они вызывают у меня отвращение, и я бы убивал даже их. Но, блин, ладно, так уж и быть. Гражданских я не буду убивать, я их буду просто вырубать. Хотя мы видели, какие у них тут развлечения, как это все выглядит. Я никому ничего не скажешь. Потому что будешь валяться без сознания с разбитым носом и выбитыми зубами. Видели, какие здесь развлечения? Эти развлечения придумали далеко не солдаты. Эти развлечения придумали... Беспорядки? В нашем районе? Кто вообще? Что бы это могло быть? Это так тебе. Так это к тому, что эти развлечения придумали далеко не солдаты, эти развлечения были придуманы обычными жителями, и поэтому... Ой, блин, сколько тут жрачки, прикинь. Прикиньте, корва сейчас обожрется и лопнет. Просто лопнет. Интересно, здесь можно лопнуть? Ой, тут это эликсирчик. Эликсир манны здесь? Серьезно? Хорошо. У Джисамины была такая же. Она Арфа. Играла на ней по вечерам. О, мы предаемся воспоминаниям. Обобрать. Обобрать. О, у вас еще и деньги оставались, точно. Одного робота мы грохнули. О, он солдат. Чужак! Что это было? Вот, я на тебя пульку потратил, две подобрал, хорошо. Твою за ногу, это робот! Куда почему здесь второй робот? Почему здесь второй робот? Второй робот, второй робот, это плохо, это очень военный. Плохо. Враг. Разойдись! Дорогу машине! Здесь? Пусть... Он прыгнет! Фух. Его задело второй греной. С другой стороны, я остался без гранат. Так, это уже не очень хорошо. Там есть, значит, третий робот, и мне с ним придется разбираться. Ну, допустим, башку я ему отстрелю. Это с ним работает. Если отстрелить роботу башку, это с ним работает. Да, блин, в тыкву ей дай, вот это, блин. Наверное, стоило бы перенастроить блок и это, ну, блин, не знаю, меня это каждый раз так бесит, но я потом про это забываю. Я, наверное, вас уже задолбал этим. Ты живой? Нет, он не живой. Короче, я же говорю, видите, какие у них тут развлечения? У них просто яблоками закидывают в репу тебе. Так, два робота. Ага. Там у нас где-то был баг с ворванью. Возможно, мне стоило бы за ним сходить. Личный сад. Там, скорее всего, башня. А тут у нас топливная, да? А
А вот тут у нас баг. Отлично, у нас есть еще один баг. То есть, по сути, две гранаты или два с бака с ворванью у нас вырубают робота. F5. У нас тут есть один баг, и там есть где-то один баг. Ну, гранат у нас нету. А вон, кстати, и вышка, которая должна была меня убить. Но вы об этом не знаете. Труп. А, ты служанка. Служанку мы задушим. Придушим. Ладно. Башни у нас отключены. Все нормально, все хорошо. Это я тоже все съем. А это тревога. Сигнализация, ага. А ты кто? Просто монеты. Неплохо. Тут можно перенастроить. Но знаете, кстати, если их перенастроить, возможно ли будут, что они мне роботов будут убивать, которые против меня, а? А? Как вариант. Там, кстати, вон тоже есть какая-то кабелина, так скажем. А вон и башня. Здравствуйте. Она меня тут не достанет? Вроде как не должна бы. Здесь... Отсюда я, скорее всего, буду убегать потом. Такое, такое местечко посидеть, подумать о жизни. А, вот, кстати, вот эта вот мадам, да, которую я бросил, которая мне сильно хамила. Согласен, я ее убил. Так, ладно, там вторая башня есть. А вон и... так, я успею или нет? Успею. Минуточку, надо баки с ворванью положить где-то на видном месте. Например, вот здесь. Что? Кому-то плохо. Тебе сейчас тоже поплохеет. Иди сюда. Откуда? Чем ты это сказала? Я ей говорю, по мне так надо просто заплатить штраф и Пришла она тут выпивать. Кому-то плохо, блин. Я не помню, где я оставил... Ну, тот баг там. Мне бы первый баг найти, который где-то... Блин, наверное... А, вот он, да, точно. Хорошо. Эти штуки довольно действенные, поэтому я за ними гоняюсь. Ну... Так. Два. Отлично. А, кстати, у нас же эти солдатики, они же... Блин, а эти жетончики от них не остаются. Я что-то привык, что от них жетончики остаются. Хорошо, у нас вот возле, ну, теоретически вот этого входа два бака есть. Тут где-то есть третий. Не тут, там. Мне кажется, что там. Я не знаю пока, где и как мне это пригодится. Я просто точно знаю, что там есть еще один робот. Вот, а если есть еще один робот, и он, скорее всего, в сокровищнице, блин, если мне эти баки придется таскать в сокровищнице, ну, не знаю. Наверное, я бы этого не хотел. Но если бы у меня не будет выхода, то что я могу сделать? Хорошо, три бака с ворванью. Угу. Опа, вы это слышали? А вот и внешний вход сокровищницы. Все, я вас понял. Он там. Этот урод там. Поэтому мы сейчас... давайте, знаете что, минутку, ребят. Хорошо. Я все три перетащил сюда. Если мы будем вскрывать сокровищницу, мы, наверное, будем вскрывать ее с этой стороны, чтобы просто подорвать этого урода. Блин, мне показалось, что там дракон, на секундочку. Там такой, как будто крылья. Скайрим, ты ли это? Хорошо. Робот есть, мы его нашли, он внутри вот, вот этой вот фигни. Окей, все круто, все хорошо. Теперь, герцог. Собственно, герцог. Нам нужно понять, кто настоящий, а кто не настоящий. Поэтому мы, наверное, может быть, сейчас прогуляемся по крыше. Мне кажется, это не самая плохая идея, чем идти через внутрь.
Не, он так топает. А! Ладно, тупица. Ау. Получай. На помощь! Отстаньте! Хедшот. Я что-то не подумал, что там может быть кто-то курить стоять. Ладно, одну пульку потратили, не страшно. У нас чуть-чуть хпшки не хватает, но это опять же тоже не проблема. Мы можем че... Ой, там такие птицы, как боинги, прямо летают. В репу. Новые сведения. Какие мои... у меня тут могли появиться новые сведения? Работа. Кто-то говорил, что сегодня вечером герцогу отнесут еду в его покои. Угу. Так, да, у нас же сейф есть еще. Точно. Надо не забыть про него. Так, это там, где у нас... А, это тронный зал. Все хорошо, все нормально. Здесь... А, это выход на второй этаж, где произошла вся резня. Все нормально, все хорошо. Блин, а вы у меня не обобранные, что ли? Это я заберу, спасибо. Не обобранные бобры. Блин, это прямо звучит как название серии. Не обобранные бобры. Газетка. Дорогие сограждане, сегодня... Это новость, которая касается каждого. Ладно. Сегодня у нас на редкость хорошие новости. Доктор Александра Гипатия снова с нами. Долгие месяцы она терзала неопределенность, где она, жива ли она. Из Большого дворца доходили только мрачные слухи и бесконечные отговорки. Когда герцог Лука Беллет закрыл Адермирский институт, это лишь усилило нашу обеспокоенность судьбой Гипатии. Но не говорите, что серебряный шип несет вам только дурные вести. Похоже, что на этот раз все хорошо. Доктор Гипатия призналась, что в последнее время страдала от нервного истощения и не могла исполнять свои обязанности, но теперь она на пути к полному выздоровлению и сообщает, что некоторое время будет работать за пределами Адермира и вести бесплатный прием всех нуждающихся. Записаться можно в комитете шахтерских семей. Ага. Ну, Гипатию мы спасли, и то хорошо. Пожалуй, она здесь... Ну, вот Гипатия и Стилтон два положительных, безоговорочно положительных персонажа, которым нужно было помочь, собственно, что мы и сделали. Поэтому тут я ни капельки не жалею. Это мячик, я думал, это яблоко. Я бы похавал на самом деле, потому что мне что-то чувак тарелками в меня понакидал. Горожанин без сознания. Ага. А это получается? Я здесь был? Как надоело там. Надоело? На это отдохни. Надоело что-то? Отдохни, чувак. Все же очень просто. Так, тут тоже все без... А, это же, да, вот кровать. Согласен. Это я заберу. Где вы тут людей убивали? Тоже. Блин, не знаю, так мне это бесит. Хочется вот прям воткнуть ей шпагу. Меч, неважно, что это. Усыпляющий дротик. Вас не усыплять надо, гражданка без сознания, блин. Не какая-то... Вообще, это место немножечко подраздражает. Не геймплейной частью, а именно тем, кто здесь. И какие здесь люди, и какого вида люди. И... Да? Так. А, с этого... А с него карточка, кстати, не... О, кстати, похавать. Насчет похавать. А я здесь уже... Ну, почти все. Картошечку можно доесть. Вот это можно доесть. Хорошо. Ладненько. Давайте... Величие. А, блин, я вообще забыл о том, что руны искать как-то надо где-то, да? Так, эта руна у нас в сейфе. Нет, не в сейфе, а где? Душа у нас там, руна 8 метров. Погодите, а как сюда пробраться-то? Это же она в сейфе у капитана, нет?
Да, это руна в сейфе у капитана. Все нормально, все хорошо. Теперь амулет 34 метра. Давайте быстренько пробежимся, глянем, где тут что у нас находится. Амулет 34. Тебя тупо забыл забрать. Хорошо. Карнака. Квака, квака. О, тут деньги валяются. Чувак, ты прям на деньгах уснул. Все нормально. Обобрать тут никого нельзя. Обобрать. Руна 45 внизу, скверненный амулет вверху. Так, руна одна получается в сейфе, одна в хранилище, если я ничего не путаю. Скверненный амулет. Туда нам как-то можно попасть. Можно? Ну, наверное же можно. Давайте я тут сейчас поверху быстренько гляну. Хотя, с другой стороны, мне этот амулет как-то, знаете... Я и свои-то не меняю нифига. Хорошо. Пойдемте вот таким вот образом проберемся. Так. Без сверхспособностей, без бездны, без чужого корва. Вообще бесполезный кусок корва. Ого, а тут высоко. Так, у нас тут сокровищница, у нас тут... А-а-а. У нас тут кто-то перекусывал и работал. Что-то какая-то работа. А что ты тут делал? Отвертки? Дымоход чинил, что ли? Да, слушаю. А, вижу, 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 вижу. Что за работа здесь была у чувака? Здесь можно проникнуть. Ну, давайте впятнемся. И монтажный инструмент. А, это шахта лифта. А зачем? Тут его можно, кстати, вызвать, нет? А лифт, кстати, внизу. Черт, так неинтересно. Так, ладно. У нас есть... где мы стражника-то обезглавили? Вот здесь. Вот здесь. А, тут есть вход. Окей, пойдем. Давайте я заберу. Амулет все-таки на этаж ниже. Блин, я тут окончательно запутался. Лифт. А этаж... Блин, ну это такой особняк дурацкий. Не, ну конечно, до особняка Джиндаша ему далеко. Тут там прям вообще адский трэш был, но... Замоченную, блин, скважину. Хорошо, давайте посмотрим. Покои герцога. А сюда можно проникнуть. Как? Угу. Сейчас, блин, я хотел, чтобы корва куда-то запрыгнул. Ага, два раза. Так, хорошо. Пойдемте тогда, может быть, к лифту? Ну, чисто теоретически. Где у нас? Вот эта шахта лифта, да? Давайте заглянем. Я видел где-то лифт. Вот он, да-да-да. Все верно. Он приедет, приедет, отлично. Игровая комната и комната вот... Вы про вот эту сейчас, да? Спасибо. Хорошо, мне нужно... Кабинет. Это... О, это один этаж выше, хорошо. А четвертое, кабинет и гостевые комнаты. А тут я был? Не помню. Двери закрыты, кстати. О. Санузел. Он же санузел. Хорошо, это здесь у нас амулет? Да, здесь, все, окей, мы попали на этот промежуточный этаж. Он курит.
Не поклонитесь, не поцелуете мне руку. Он курит, значит, он не настоящий. Тайна. Ладно. Говорите, кто вы и что вам нужно. Лука Абелле, плати за свои, так. По-моему, ты двойник герцога, да. Ты двойник герцога, так. Я хочу свергнуть его, но мне нужна твоя помощь. Потому что он курил. Ты меня выслушаешь? Ладно, вы раскусили меня, но если вы не собираетесь убивать герцога, тогда что вам нужно? Не сомневаюсь, что из тебя выйдет более достойный правитель. Серьезно? Но его не перерезав ему глотку, сможешь ли ты убедить людей, что именно ты герцог Абеле? Тебе придется резко бросить курить. Если честно, я уже думал о чем-то подобном. Если люди поверят, что герцог я, а он двойник, мы могли бы от него избавиться. Убедить всех в том, что двойник окончательно сошел с ума и возомнил себя герцогом. Я выучил эту роль до совершенства. Но не все так просто. У него есть медальон, без которого ничего не выйдет. Даже если я буду достаточно убедителен, гвардейцы захотят увидеть этот медальон, а Лука никогда его не снимает. Я его достану. Ладно, с этим я быстро разберусь. Затем я уеду из города. Я пришлю инструкции из Данола. И очень надеюсь, что ты проявишь всю возможную гибкость и понятливость. У нас еще есть время, чтобы спасти Серконос. Исправить все то зло, которое причинил городу Лука. Я надеюсь. Но я буду действовать во благо народа. Я не стану марионеткой Империи. Если вы на это согласны, просто отнесите бесчувственного герцога в его покои. Остальное сделаю я. Отлично. F5. Хочу ли я его убивать? В смысле герцога, не вот этого чувака. С этим чуваком у меня тоже есть вопросы, причем вопросов много. Прям много. Потому что сфига ли мы ему так резво, быстро доверяем? То есть, ну, а почему мы считаем, что он хороший правитель? Я вообще первый раз вижу этого человека. С чего ли мне думать, что он хороший правитель? Ну, он такой, я буду действовать в интересах народа, да, ну ладно. Далила, сегодня я рисовала океан. Искусная волна... Искусная волна пеной и калькой писала послание на скале. У волн есть тайный язык, с помощью которого они согласуют свои действия. Если бы я научилась языку волн, то обзавелась бы могущественным союзником. Почему бы мне не выучить язык океана? Годы, проведенные в бездне, изменили мои органы чувств, и теперь я воспринимаю то, что другим недоступно. У меня есть неопределимое желание нарисовать мою племянницу Эмили Колдуин на пылающем костре. Нехорошее желание, да. Я бы подобрал оттенки красного цвета для языков пламени в тон ее невыносимым губам. В смысле невыносимые губы? Это как? В смысле их нельзя вынести? Ладно. Ее капризным, вечно надутым губкам. Может быть, вскоре я начну делать эскизы, а возможно, мне все это надоест. Лука все играет с Карнакой, как ребенок с игрушкой. Я рада, что он свободен от нелепых ограничений общества и так называемого этикета. Я лишь теперь начинаю понимать, как сильно я изменилась. Но мой герцог такой же, каким был всегда, с самого детства. Как чудесно быть столь беззаботным. Если бы я могла, я тут час уехала бы в Даунволл, но лучшего момента, чем годовщина смерти Джессамины, не будет. Наш приезд останется незамеченным, ведь в столицу съедутся гости со всех концов империи. К тому же будет некая параллель, которую непременно отметят историки между смертью моей сестры и моим восхождением на трон. Чертов амулет. Так, хорошо. Знаете, ребят, какую параллель я вижу? Абелли и... блин, как нашу дочурку тупенькую зовут? Ну, Джессамина, это ж мать. Я забыл, как нашу дочь звать. Пфф, крутяк. Короче, ладно, нынешняя императрица, ну, которую мы вроде как защищаем, и... Ты надо мной? Подо мной? Руна 14. А, ну да, это в сейфе, все нормально. В общем-то, Абелли
избалованный урод, который делает все в свое благо. И наша нынешняя императрица, Эмили, вот Эмили ее зовут. Она тоже избалованное дитя и делает все, что угодно. Но если Абелли избалован и все портит, и делает все только для себя, он злой. Если Эмили избалована и делает все только для себя, ну она же императрица, она же наша доченька, ее нужно простить, бла-бла-бла, чтоб у вас. Так, тут два чувака. Убийца в маске. Говорят, некоторых наполовину сожрали. И кровь с дерьмом повсюду. Сейчас я пок... Сейчас ты что? До свидания. Вали отсюда. Наполовину сожрали некоторых. Меньше слухам верить надо. Уроды. Ладно. Значит, у нас... Ой, это я тоже позабираю, пожалуй. У нас есть двойник, и у нас есть... Погодите. Опознайте и убейте настоящего герцога. Оглушите герцога. Забрать душу. А что если... Ну, то есть он сказал, что мы сможем подставить герцога и убедить, что двойник сошел с ума и всякое такое. А если мы просто убьем герцога, что останется? Этот не сможет стать императором? Я просто вот этого не понимаю. Но это способ для бескровного прохождения, да, я понял, но... зачем мне оставлять герцога в живых, основного, которого... Ну, убедим мы кого-то, что он сошел с ума, или не убедим... В бубен. Просто в бубен сходу. Хорошо. Мне надо работать. Не убивайте меня! Кого? Тебя не убивать? Хм. Как мне попасть... Отсюда попасть в покой? Этого хмыря, да? Двойник. А, двойник у нас теперь обозначается, потому что мы их различили. Хорошо. Покои герцога. И в пяточку. Герцог Лука. Покои герцога. Да, мы все умрем. Но только не сегодня, умоляю. Так, это двойник. Он ждет, чтобы... Кстати, это я у тебя заберу, ты же не против, да? Эти бумаги никогда не кончатся. Какой смысл продолжать дело отца, если нужно так горбать? Я же его не убил, я его просто обокрал. Ну, то есть, по-моему, все честно. Там кто-то еще трендит. Ой, это я не могу взять. Хорошо. Так, минуточку, давайте сделаем вот что. И оп. Перезапустим запись. Вот, я на всякий случай сейчас перестраховываюсь, если я потеряю где-то кусок записи, чтобы хотя бы он был не таким большим. Не знаю, в последнее время вот... Два вылета у игры было. Один раз вроде как было нормально, второй раз... Я хочу поразмышлять в одиночестве. Да-да. Сейчас у тебя будет вечность для размышления в одиночестве, если что. Так, у меня есть маленький вопрос. Что будет, если мы его все-таки убьем? Ладно, давайте так. Мы его вырубим... Дорогой Армандо, мне понравилась ваша идея с петицией, и я сразу ее оставила. Разумеется, гвардия в большом дворце отказались ее принимать. Похоже, кроме вас, двойника Луки, никто не сможет донести ее до герцога. Это серьезный поступок, но если все получится, то петиция может привести к большим переменам в Карнаке. Вот письмо. Герцог Лука Абелли. Как вам известно, серебряные шахты работают на износ, являясь источником постоянной опасности для шахтеров и загрязняя окружающую местность. Тем не менее, с этим можно справиться. Как мы надеемся, вы рассмотрите и поддержите наше предложение. Я готовлю петицию с просьбой обложить 20% налогом
на серебро тех состоятельных лиц, которые получают доход от торговли серебром. Этот налог пойдет на улучшение условий жизни шахтеров и их семей. Взросшая цена на серебро уменьшит спрос на него и снизит уровень пыли в квартале Батиста. Я была бы благодарна, если бы вы поставили первую подпись под этой петицией. С надеждой, Люсия Пастор, комитет шахтерской... Да-да-да-да-да-да. Естественно, он нифига этого не подписал, я практически уверен. Так, Арамис Стилтон, владелец серебряных рудников и защитник шахтеров, встретится с герцогом Лукой Абелли для переговоров о создании фонда помощи жертвам несчастных случаев в шахтах. В данный момент подобных фондов не существует, и раненых шахтеров попросту отпускают с работы в надежде, что они найдут другую, невзирая на слепоту, отсутствие конечностей и прочие увечья. Это будет уже третья подобная встреча, стороны пока не смогли прийти к соглашению, но Стилтон не теряет надежды на то, что фонд помощи шахтерам будет учрежден и получит финансирование еще до конца текущего года. Ну, смотрите, нам тут всеми силами пытаются дать понять, что Абель чмо, придурок, говно и всякое такое. Я же не спорю, я наоборот говорю, давайте я его грохну. А игра такая, погоди, мы его сделаем сумасшедшим, потом мы его сдадим в психушку и всяк... Зачем такие сложности? Вы оставляете ему лазейку, это знаете, как злодей, вместо того, чтобы убить главного героя, оставляет его в живых, еще рассказывает о своих планах, и потом такой, но все равно же ты ничего не сможешь сделать, а потом главный герой каким-то образом освобождается и сможет творить всякую фигню. То же самое, мы оставляем ему лазейку. Что тут случилось? Где? Кто это сказал? И чем ты это сказал? Иди сюда. Играет. А там же я встретил долину. И к тому же, у меня опять же вызывает все-таки сомнение вот это. Но он стоит, курит, да, нам это четко сказали, дали понять, что двойник курит, поэтому тут мы вроде как не должны были ошибиться. Ну, хотя такое себе, честно говоря. Да, там инструмент... Я, по-моему, знаете, я могу получить ачивку за то, что я ни разу не использовался инструментом взлома за всю игру. Я встретил ее со всем мальчишкой. Панель безопасности. А, вот та дверь, в которую я ломился. Все, нормально. Она была именно не на замке, а на засове. А вот это вот лифт на 4-й этаж. Тоже понятно. Хорошо. Идем наверх. Дайте-ка я посмотрю, что там творится. Блин, серьезно, очень разочарован в глазах в этой части. Сколько же микрогон. Эта земля должна жить ровно столько, сколько я. Терконос построила моя семья. Зачем же ему существовать без меня? Без меня. Привет, чувак. Так, наверное, это я заберу. Это ключ от сокровищницы. Да, это ключ от сокровищницы. Ага, я к тебе еще вернусь. Уважаемые советники, завтра утром я не смогу присутствовать на вашем собрании. Сейчас я отправлюсь в постель. Уверен, вы знаете, что делать с этим комендантским часом. Купите больше световых стен, дайте гвардии больше полномочий, запретите все эти народные комитеты. Словом, поступайте, как сочтете нужным. Но я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Я уверен, что скоро печально известный королевский убийца предстанет перед судом. Наша истинная императрица Далила желает, чтобы этот суд вошел в историю. Подготовьте все мелочи. Нужны кровавые улики и обезумевшие свидетели. Если я не зарыдаю от прокурорской речи, вы все уволены. А, минуточку. А, не мог. Так, вот это... Лука, блин. Ай, чувак, если ты сейчас это смотришь, извини, пожалуйста, я не с тебя ржу. Я с этого... Знаете, это достойно того, чтобы вот войти, знаете, наверное, даже на превьюшку. Блин, чтобы надпись была видна. А, так она отражается. Это просто кошмар. Ладно. Шарманка. Когда я начинал, я видела забой.
озабоченные лица. Многие опасались, что мы не доживем до следующего праздника. Теперь же Серконос на взлете. Но это давняя история. На взлете. Еще юнцом я встретился с Талилой. И даже после того, как она погибла, исчезла из этого мира, память о ней была во мне. Угу. Потом я услышал ее шепот, взывающий из бездны. Услышал о ее детстве в башне Данулова. О том, как сводная сестра лишила ее трона. И потом она сказала, как ее вернуть. Талила. Прекрасная. Джиндаш. Бессмертная. Джиндаш Клокворк. Часовая мастерская Джиндаша. Так, что у нас тут еще интересненького есть? У тебя тут столик. Денежка, хилочки. Это я тоже заберу. Че, все что ли? Ну пойдем, отнесем тебя в спальню. А, нет, я тоже, кстати, заберу. Фига ли ты тут такой вооруженный лежишь? Хорошо, давайте F5. Почему без сознания, блин? Я хочу его убить. Я кровожадный человек. Вот, герцога. И что вы сделаете? Что ж, теперь дело за мной. Я возьму медальон и позову людей. Каких людей? Я присмотрю за тобой, не пуха. Ха, не беспокойтесь. Я столько лет притворялся этим мерзавцем. Вот это меня и беспокоит, чувак. Ты столько лет притворялся этим мерзавцем. Понимаешь, в чем прикол? Капитан Алмейда, немедленно ко мне. Тут кое-что произошло. Она мертвая, не? Скорее, прячься наверху. Ваша светлость, вы не ранены? Да-да, капитан. Пожалуйста, арестуйте этого клоуна. Кажется, он слишком вжился в роль. Уберите руки! Этот безумец не знает, где сон, где явь. Уведите его, капитан, и отрежьте ему язык, чтобы он не порочил мое имя. Да, ваша светлость, будет сделано. Что? Это немыслимо. С вас дерут кожу и скупают соляной ванне. Он столько лет притворялся мной. Наверное, это сломало его. Он опасен и для меня, и для Серконоса. Нет, стойте! Я герцог Серконоса! Не трогайте меня! Думаю, доктор Гепатия из Адермира знает, что с ним делать. О, Гепатия точно знает. И все это из-за медальона, да? Единственный триггер безопасности был медальон. Опознайте и убейте. Ну, блин. Это все? Это, блин, все? Забрать душу Далилы. Вы же знаете, что нужно делать, когда нужно забрать чью-то душу. Зовете Шансунга, и он такой: Your soul is mine. Ладно, чувак, живи пока что. Откуда там капитан живой взялся? Ну это уже другая тема. Стоп! Код от сейфа. Он сказал, что код от сейфа. Положу его где-то у герц... Стоп. Не все так просто. Код от сейфа. В смысле? А? Вы не офигели? А? F5. Тут солдаты новые появились. Какое-то движение. Он идет? Здесь. Выходи. Я успел нажать!
Герцог Лука. Знаете, давайте... Меня же задание уже засчиталось, правильно? У нас потери. Откуда тебе это знать? Стоп, мне же задание уже засчиталось, правильно? Давайте. Ты позор своего отца, Лука. Мы смогли его грохнуть, да. Но... Блин, потому что он меня раздражал. Отдохни. Все вроде как, да? Отлично. Так, отнесите Луку, оглушите. Я это все выполнил. Стоп, 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 стоп. Капитан сказал, что код от сейфа должен быть где-то здесь. Где, черт побери? Сфига ли ты меня стал бояться? Ладно. Герцог Лука Аделли. Без сознания. А если бы я и двойника убил? О, кстати. Дуглас Харви, историк, герцогиня. В Теоданисе Абелли и его сыновьях написано много, но и герцогиня Калас Абелли по-своему незаметно сделала вклад в историю Сирконоса. Мы это читали, ребят, там. Мне нужен код от сейфа. Мне сказали, что он будет где-то здесь, в кабинете герцога. Ну, капитан сказал, я отнесу эту бумажку к герцогу и где-то положу. Я пришел сюда в надежде увидеть эту чертову бумажку. Минуточку, сведения. Кто-то говорил, да-да-да, вы нашли сокровище, но она заперта. Ключ мы нашли тоже. Задание, погодите. Находки, записка герцога совету, Стилтон, проект петиции. Тут никаких кодов не было, да это и не оно. Записка на кухню. Тоже не оно. Гвардейский сейф. Вот, господин, да-да-да-да-да. Посоветовал выбрать код, который легко вспомнить дежурным офицерам. Например, среднюю пенсию. Да, выберу что-нибудь наобум и оставлю записку в кабинете герцога. В кабинете. Не в спальне, в кабинете. Кабинет это... Блин, на самом деле вот это довольно выглядит как какое-то деловое пространство, да? Но нет. Где у нас кабинет, может быть? Так, тут чашки, тарелки. В кабинете. Тут ванная. В ванной вряд ли тоже такую записку будут оставлять. Прикиньте, пришел такой солдафон. Оставлю-ка я записочку здесь. Хорошо, тут у нас что-то вроде кладовой. Тут у нас тоже непонятно что. Кабинет герцога. Черт побери, ребят. Ладно, один сейф я оставил, потому что я не знал, как к нему найти, какую зацепку к нему найти. Я не хочу оставлять второй сейф. Ну, то есть, это же те загадки, которые нам предлагают решать. Ладно, чувак, у тебя будет спина болеть. Раз уж мы с тобой союзники, давай я тебя все-таки отнесу на кровать. Так уж и быть. На, отдыхай. А, кабинет. Блин. Записка, чертова записка. Причем новых сведений у меня нигде не появилось. Это я покрутил. Записка. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Я не вижу нигде ее. По большому счету, я бы такой сейчас, что забил бы и на записку, и... О, пульки, спасибо. Это вовремя. Картина просто гениальна, блин. Чертов шедевр. Забил бы и на записку, и на сейф, потому что мне оно просто не нужно. Я сейчас ищу разгадку, не потому что мне нужна эта руна или нужен этот сейф. Я ищу разгадку просто потому, что я хочу найти разгадку. Вот в чем прикол. Но если я этого сейчас не сделаю, на самом деле я не огорчусь. Наверное. У меня свободных 5 рун гуляет. Одну я сейчас получу в этом, в сейфе, ну, в этом, в хранилище, в тайном хранилище. И получается, что одна у нас в сейфе капитана. В
кабинете, в чертовом кабинете. Не знаю, ребят. То есть я полагаю, что это должна быть именно записка, а не какой-то диалог или что-то, которое я мог пропустить. Записка в кабинете. Вот это... Кювет для... для сребрографий. Ага. Я сейчас на секундочку подумал. О, вот здесь. А, нет, не здесь. Ладно. В кабинете. Петицию мы нашли, газету мы нашли. А если я закрою? Прищемили задницу. Так, ты у нас герцог Лука Аделли. Трупешник. Один труп, один без сознания. Этот меня стал бояться, потому что я стал убивать стражников. Ну, в принципе, наверное, в его действиях есть какая-то логика. Все, я ухожу отсюда. Серьезно, я просто валю отсюда, потому что, ну, я не вижу смысла. Хотя, знаете что? Вот здесь я точно все... Кабинет! Точно, все, я понял. Ну, естественно, в таком этом у него должен быть отдельный кабинет. Знаешь, записка здесь. Извините, что тратил ваше время, ребят, серьезно. Теперь я понимаю, что нужно искать здесь. А это ты у нас кто? Конверсия клинка. Это был чертеж? Просто так вот в ящичке чертеж лежал? Неплохо. Да, значит, здесь у нас должно быть сказано... Как открыть чертов сейф? Где-то в кабинете. Вот тут, естественно, ценности всякие. Корабль. Мост. О, в кабинете. Кровь дома Абелли. Настоящая глава, посвященная Эдифи Абелли... По-моему, знаете, честно, по-моему, мы это тоже читали. Я не хочу сейчас вчитываться, я сейчас немножечко на другое настроен. И, ну уж извините, это не та информация. О, кстати, сейф первого капитана. Вот, 705. Сэр, вчера вечером я сопроводил владельца магазина сейфы во дворец и гвардейские казармы. Он поковырялся в сейфе в кабинете первого капитана. И теперь код 705, первый лейтенант Роза Маркес. 705. Отлично. То что-то еще ценное есть, кроме этой пульки для самоубийства, которую мы ему оставили. Пить это вредно. Так. О, бутылочка маны. Бутылочку маны я, конечно же, заберу. Там были еще монетки. Ага. Во. То есть я просто зашел сюда, а туда не зашел? Серьезно? Я настолько рассеянный. Это немножечко аж печально прямо. Блин, вот это вы жрете, люди, вы чё? Когда страна бедствует. Хорошо, пойдемте откроем сейфушку тогда. Возьмем эту чертову руну, откроем хранилище, заберем чертову душу. Все у нас такое чертово, да? Нам вот... туда. Ноги не сломаешь? Не сломаешь, хорошо. Отлично. 5. Где ты? Вот здесь. Вот здесь, отлично. Пойдем заберем. Вход с другой стороны был. Точно. Вход с другой стороны. Пардоньте. Вот сюда и потом туда. А, тут можно даже через окно. 705 или 507? 705, по-моему. Так, надо это убрать, оно мне мешает. 700... Хоть одну цифру уже правильно набрал. Да, 705, отлично. Иди сюда, тварь. Хорошо, это мы разгадали. Видишь? Все нормально. Не переживай. Теперь нам через... О, кстати, да, тут же были всякие пульки, гранатки, все, что я понатратил. Или же мне уже ничего не надо? Гранатки, точно. Вот, насчет гренок я переживал, кстати, сильно. А гренки здесь есть. Теперь у меня есть еще две грены. Пули я все равно все вернул себе. Все. Здравствуйте, я тебя не видел. Капитан Сандоваль, сэр. Я инженер, а не маг. Если фундамент большого дворца заложен неровно и на неустойчивых
порода, как я могу защитить его от подтопления? Я что, по-вашему, должна повелевать океаном? Когда герцог Лука Абелли захотел сделать новый вход в свою драгоценную сокровищницу, мы предупреждали, что это плохая затея, учитывая состояние фундамента. А теперь, каждый раз, когда хранилище и внешний коридор заливает, вызывают нас. Это структурная проблема. Дом герцога построен на ненадежном основании. Джулия Ноуми, корпоративный инженер Карнаки, отдел обслуживания Большого дворца. Поняли, лошары? У вас тут скоро дворец этот к черту развалится, и все будет хорошо. Так, где у нас был вход с внешняя дверь. Да, нам туда, к внешней двери. Нам к внешней двери, мы ее сейчас откроем. Какой интересной позе вы заснули, мадам. Так, мы сейчас быстренько к внешней двери, мы ее откроем. Ты ногу забыл. В смысле, я тебя не обобрал? Это как вообще? И сразу же закидаем. У нас есть две грены, мы подобрали, но я постараюсь не трогать грены, постараюсь использовать именно вот эту вот фигню. Так, F5. Сокровищница. Оу. Спасибо. Нажимаешь F5, и он появляется слова. Сокровищница. Логично. Хорошо, минутку, ребят. Продолжаем. Фига себе, сокровищница. А если он там не один, этот бот? Вон, вижу, ходит, урод. Интересно. Я же не докину таким образом, да? Так. Зачем я это сделал? Я хотел... Блин, F, это же... Я хотел нажать F, чтобы взять, я кнопки перепутал. Я молодец, кто молодец, блин. Это было сейчас максимально глупо. Одна мимо. Подойди сюда, чувак. Минус. Одна. Давай вторую. Бам! Минус, хорошо. Минус 2. Нет, все-таки с них падают таблички. Значит, с тех я не нашел таблички. Душа Далилы. Эту штуку Эшвард сделала, чтобы сохранить душу Далилы. Это какое-то украшение? Пофиг. Мы сейчас выкинем нашу бывшую к черту и закинем туда душу Далилы. Это будет прям то, что нужно. Бывшая перестанет с нами болтать. Тоже неплохо. Сколько здесь? Так... Это выход туда, к тем двум солдатам. Ну, к вот этой тайной комнате, да. А ты кто? Это я заберу. Что-то я раньше этого не видел. К этому мы дошли. Тут... Давайте все обшарим, облазим. Какая разница? Нам тут ничего не угрожает сейчас уже. Насколько мне кажется. О, и что за картина? Серконосские легенды, старое морское чудовище. Тулхами балуемся, да? Я тоже возьму монеты. Монеты. Блин, ну сокровищница должна оправдывать своими. Тут должно быть сокровище. Хорошо. Что тут было наверху, что я хотел такое взять? Там где-то я видел эту китовую кость. Неужели тут не будет ни одной картины ценной? То есть, ну тут красивые картины, конечно, не спорю. Вот этот фильм я хотел взять. И она же меня подорвала. Пожар на шахте, 40 жизней потеряно. Бруклинская... Брудфлай. Бладфлай — это эти кровавые мухи. Гнездо кровавых мух.
Бруклинская, блин, тут нет Бруклина, вы что, это параллельная вселенная? Хорошо, Сирконовские легенды, большое дерево людей. На самом деле лор довольно-таки интересный, вот такие вот мелкие вещи, хорошо, что они есть. Так, давайте в пяточку. С ботом мы поговорили. Эти монтажные инструменты мне не нужны. Все хорошо, все нормально. Давайте я забираю. Взять. Выкидывай бывшую к черту. Вот и все. Да-да-да. Давай, вали. Из этого отравленного мира. И поймай душу больную. Вали. Тебе уйти. Я что-нибудь придумаю. Нет, ничего ты не придумаешь. Я больше не хочу смотреть, во что превращается этот мир. Он изменил тебя. Он изменил тебя. Да. Что должно, чтобы сохранить империю и защитить Эмили. У нас были мечты. Теперь мне не интересно, что ты делаешь. Ну вот, она прямо в смысле спаси говорит. Спаси мою дочь и отпусти меня. Это так называемая плохая концовка, да? Плохое то, что я убиваю людей, да. Мир изменил меня, блин. Если бы я как червяк ползал и только бы душил всех, она бы сказала, я все равно тебя люблю, но мне нужно уйти. Какая разница? Эффект готово. Был бы один. Осталось только. Сердце моей сводной сестры. Да. Только плоть осталась. Может, эту тварь поддерживала душа Далилы? Возможно. Кстати, вторая руна. А вот это вот сейчас интересно. А вторая руна не в хранилище. Вторая руна. О, даже как, да? Я почему-то был уверен, что она здесь в хранилище, но это не так. Она где-то под. А где это под? Причем явно где-то здесь близко. 26. Почему эти шестеренки светятся? Минуточку. А если я посмотрю? А если я посмотрю, я ничего не увижу. Тут нет никакого ни тайного прохода. Ничего. Кнопка, да. Ну что, тут все кнопки... Все это подсвечивается. Если бы было что-то интересное, мне бы подсветили. Как, например, кишки этого солдата. А где она тогда? Это подвал. Куда дальше-то, чем этот подвал? Второй этаж, минуточку, на втором этаже проход с улицы, да, все верно, все хорошо. Если мы на минуточку сюда выйдем и пойдем вот сюда, может быть, что оно где-то вообще под замком? Вряд ли, да? Вряд ли. Мне показалось, что я исследовал все. Я даже не знаю, это на самом деле так себе немножечко сомнительная тема. Ну, то есть я же побывал и в тайной комнате, и все дела. И... Фух. Знаете, нафиг. Просто нафиг тогда. Я понимаю, что это тоже один из секретов игры, который разрабы так пытались... Лодочный док герцога. Да, я же говорил, что мы там и закончим. Вот. Еще одна руна, которую разрабы нам засунули, чтобы мы искали, но, блин. Я нашел вроде как все секреты. Ну, понятно, что значит не все. Значит, есть еще одно какое-то место, которое я не нашел. Просто я настолько был уверен, что эта вторая руна будет в хранилище. Я не особо заморачивался ее искать по дому. Это было бы самое логичное место для руны. Хранилище. Но, видимо, она не в хранилище. Видимо, она... Где-то в другом месте. Хотя к хранилищу офигеть как близко. Здесь у нас был алтарь, мы здесь забирали две руны.
Точно, я же забирал, я думал, что, возможно, я где-то через там пройду. А она прямо вот где-то здесь. Ну, как туда попасть? Не знаю, ребят, не знаю, пофиг. Короче, забейте на это все. Я ухожу отсюда. Я тут потратил достаточно много времени. Что у нас по заданию? Просто свалить отсюда, сбежать из дворца, да. Мы пойдем запихивать жалкую душонку обратно в Далилу. Вот, но это уже будет, наверное, да? Ну, не наверное, это точно будет уже в следующей серии. И я так предполагаю, что это будет уже финальная, завершающая серия. Зачем я прыгаю, если тут лестница есть? Это смешно, смешно. Итак. Вы хотите, чтобы я туда доплыл? Вот так. Вот так. Поняла? Вот так. Вы серьезно хотите, чтобы я туда просто доплыл? А почему она не могла сюда приплыть? Блин, вот сейчас на самом деле бред был. Ты не могла туда подплыть, что ли, Рахитка? Серьезно, вот тебе не хватило эти 10 метров, мне нужно было сейчас прыгать, купаться. Миган, костер. Да, все. Карнаки конец. Герцог Абеле убит. Будь что будет. В смысле, будь что будет? Ты же назначил. Ох, блин. Нам пора в Данул. Думаю, да. Теперь я спасу Эмили и верну ей престол. Ну что, готовы? Да, отвези меня на корабль, поехали. Хорошо, как скажете. Почему Карнаки конец? Почему будь что будет? Мы же договорились с этим перцем. То есть механики этой игры настолько сломаны. Ладно. Убито мирных, ну да, двое. Обнаружено тело. Мне вообще пофиг на то, что обнаружены тела. Так, найдены чертежи. Три штуки. Картина только одна из трех. Ну да, я согласен. Тут я немножечко не поискал. Амулеты все, чертежи все, руны. Вон, да, одну мы не нашли. И как бы фиг с ней. Сквозь кладовую. Вы попали в сокровищницу герцога Белли через секретный проход в кладовой. Высокопоставленные друзья. Вы заменили герцога Луку Абелли двойником. Заменили. Угу. Призраки прошлого. Вы унесли обломок... газели из сокровищницы герцога Луки Абель. Обломок газели? А чё? Ладно, продолжить. Обломок газели. Вот этот корабль сейчас, если чё, выглядит как немецкая подводная лодка времен Второй войны. Так обычно так рисуют эти лодки, пробивающиеся сквозь шторм. Ну, кроме мачты. Начался худший день в моей жизни. Да? Человек в маске шел к башне Данола, замышляя убийство. Даут и лорд-регент убили Джессамину, но это их погубило. Нет. Теперь история повторяется. Нет. Еще одна императрица погибнет. А что станет со мной? Далила не сдастся без боя. Она перехитрила меня, и я даже не ожидал ее удара. Но прежде чем стать защитником короны, я был Корво. Когда у меня не было клинка, я дрался палкой или осколком стекла в руке. Я не знаю, что ты задумала, Далила, но я пришел, чтобы загнать тебя в могилу. Далилу в могилу, да. Хорошо. Все, ребят. Давай, давай, просыпайся, просыпайся, чувак. На этом сегодняшнюю серию мы заканчиваем. У нас новая падший дом, судите план с союзниками. Ну да, но это уже будет в следующей серии, ребятушки. На этом все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Увидимся в следующих сериях. Всем оладушек, всем покеда.